Всем привет! Сегодня поделюсь рецептом очень вкусной, потрясающей намазки на хлеб всего из двух ингредиентов. Подойдет как для черного, так и для белого хлеба. Это селедочное масло. Для его приготовления в чашу блендера помещаю филе сельди весом 100 граммов. К измельченной селедке добавляю 150 граммов мягкого сливочного масла. Работаю измельчителем ровно 30 секунд, и вот такая вкуснятина готова. Затем перекладываю полученное селедочное масло в стеклянную баночку, и можно хранить несколько дней в холодильнике. Получается нежнейшая консистенция, напоминающая крем для торта. По сути, это и есть крем, взбитое масло, только с селедочным соленым вкусом. Подойдет как на завтрак, так и на ужин, так и на праздничный стол в качестве закуски на хлебушек. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч!